Добрый вечер, доброе утро. Итак, сейчас я стараюсь очень коротко, но понятно рассказать о том, как заполнить информационное согласие, просмотреть договора и оплатить предоплату. Это особенно важно для тех, кто у нас идет подаваться в ближайшее время на визу, так как подача на визу, перед подачей на визу вам нужно будет обязательно оплатить предоплату. Это условие наших итальянских партнеров, принимающей стороны, и греческой также стороны. Поэтому для того, чтобы пойти подаваться на визу, нужна обязательно предоплата в этом году, которую вы, кажется, сможете оплатить у себя дома с карточки. Оплатить предоплату наличными невозможно. Поэтому вы напрямую отправите предоплату уже в Италию. Итак, для того, чтобы войти в информационное согласие, возможно использовать, если вы раньше с нами путешествовали на фестивале, вспомнить, на какую почту вы регистрировали вот этот аккаунт. Если не вспомните, даже когда заполняли визу анкету, не проблема, вы можете войти через Google, Яндекс, ВК и так далее. Можете просто создать новый аккаунт, это тоже не проблема. Давайте сейчас прямо с вами его создам. Буквально занимает меньше 30 секунд. Вводим e-mail просто сюда и здесь пишем. Просто я, естественно, пишу сейчас не все реальное, но вы можете записать свои данные, и у вас все получится. Итак, для тех, кто уже заполнял анкеты и опросники, уже знакомы этой историей, но мы чуть перелистываем вниз, и здесь у нас есть информационное согласие Италия и Греция. Я покажу на примере Италии, поверьте, в Греции то же самое, только разные принимающие стороны. Все, по большому счету, основные положения очень похожи. Поэтому заходим в итальянское информационное согласие, нажимаем «Подать заявку». Вот заявочка, мы сюда попали. Еще раз, чтобы вы сами себя перепроверили, страна Италия. Дата заезда выберу второй, это наш заезд, где у нас приезжают художественные коллективы, коллективы художников. Ну и поехали. Заполняем все, я буду это делать очень быстро, поэтому попрошу вас не делать так же быстро, как я. Я просто это делаю, чтобы не удлинять видео, а вы, пожалуйста, читайте все то, что здесь написано. Вот, например, после получения паспорта вы должны обязательно проверить личную информацию даты, которая написана на визе. Посольство иногда делает ошибки. Одно на 100, но делает. Поэтому, пожалуйста, проверяйте. Это наши транспортные компании, на какой конкретно вы поедете. Вот информация об этом вот тут, можете почитать. Ну и также дальше, да, что у нас будет в автобусах, тоже вы можете это все посмотреть. Дальше. Про транзитные отели, я думаю, что вам руководитель уже тоже рассказывал. То же самое касается и итальянских отелей, то же самое будет касаться и греческих отелей, если будете заполнять на Грецию. Итак, продолжаем. Здесь все нужно обязательно прочитать, пожалуйста. Итак, мы дошли до предоплаты. Ваша предоплата включает 100 евро, это напрямую в Италию, нашему отельному туроператору. И 9 евро – это сервисный комиссионный сбор. Вы это тоже все прочитали. Сервисный комиссионный сбор является дополнительным и не является частью предоплаты. То есть итальянский туроператор получит ровно 100 евро, как это было и всегда, предоплата. Правила возврата, ну и так далее и тому подобное. Выписка по счету, она для вас. Вы ее просто можете заказать в банке, эту выписку, то, что вы оплачивали на этот счет, там будет все видно. Нам ничего предоставлять не нужно, нам итальянцы высылают просто подтверждение, этого более чем достаточно для нас, поэтому перед нами никак отчитываться не нужно, это все у итальянцев автоматизировано. Обязательно по окончании заполнения информационного согласия нужно нажать кнопку «Отправить заявку», вот она эта кнопочка, и кнопка «Оплатить» желтого цвета, сейчас вот вы видите, как она появится сверху. Мы нажимаем «Отправить», наша заявка отправлена успешно, идем вверх. И вот эта желтая кнопочка «Оплатить». Нажимаем на кнопочку «Оплатить». И нас перебрасывает. Все верно. Можете здесь увидеть, что заплатить Sony SRL. Это та же наша компания, которая нас принимает уже 10 лет в Италии. Здесь вводим данные карты. Ну, с вашего позволения вносить данные карты я не буду, так как это конфиденциальная информация. Нажимаем кнопочку «Оплатить». И все. Дальше все просто, вы получите
подтверждение о снятии денег. Спасибо огромное вам за внимание и до встречи в Италии и в Греции.